воскресенье. Его дача – это всего лишь участок земли без дома. Ну? Почему никто не встречает хозяина? А где мои верные слуги, а? И даже сосед больше не приютит. Уехал, Паша. Продал дом и уехал. Как это? Впрочем, кто сказал, что все это не к лучшему? А утром встал, тихо. Солнышко светит, птички щебечут. Прекрасные женщины загорают, а я, представляете, без всего. Сергей Маковецкий и Алена Бабенко в комедийной мелодраме «Я считаю, раз, два, три, четыре, пять».